have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в Тунике. Да, у нас там есть разрыватель Терминатор, но сегодня я к нему не пойду, мы в прошлый раз его чуть-чуть пощупали. Я хочу сейчас пойти сделать параллельно две вещи. Во-первых, я не хочу просто гриндить, но я хочу немножко прокачаться. А во-вторых, я не хочу, скажем так, что-то пропускать. И в-третьих, ну я, наверное, не хочу сейчас с ним сражаться, давайте по чесноку. Я забыл, куда у нас что ведет. Ладно, пойдем сюда. Я надеюсь, это то, что мне надо. Я в прошлый раз выяснил, что куда... нет, это не то. А где у нас? Наверх, что ли? По-моему, наверх. Жостик, не трясись, пожалуйста, будь человеком. Он прям долго так трясется. Чувак, тебя заспам кемпели. Этих я могу просто спамить. О, чувак, ты тоже ко мне идешь. Странно, что вы с первого раза не разлетаетесь. Так вот, это я сейчас... Я не буду все это делать на камеру. Давайте так. Я буду приходить в определенные места. И уже оттуда мы с вами будем начинать, если есть что-нибудь новенькое. Потому что я хочу посетить довольно много мест. Вот, но не факт, что во всех будет что-то полезное. Поэтому встретимся уже на месте. Окей, во-первых, вот этот сервак. Я не знаю, как к нему попасть и как его включить. И отсюда это не работает. Я вообще не знаю, нужно ли мне к нему попадать и как-то его включать. Это я срежу. К тому же, насчет могилы древнего героя... Нет, но оно как-то... Видите, с той стороны должен быть какой-то вход. Или нет. Я вообще ни разу не уверен. Но... Или перепрыгивать по этим штукам? Что, блин? А, погодите, я тут был, да? Наверное. Я просто увидел этот сервак на карте и думаю, ну надо бы зайти посмотреть, и тут какое-то место, куда я пока что попасть никак не могу. Я просто на секунду зайду напомнить себе, что здесь. Здесь сундуки. Хорошо, поехали дальше. Так, народ, я получил, кидая монетки в колодец, я, по-моему, только что получил себе второй слот, да. Думаю, покидаю еще монетки в колодец, что мне это даст, не знаю, посмотрим. Вот что, что-то оно мне дало, минуточку, я до сих пор не знаю, что вот это все делает. Вот это, например, ну ладно, похожу с двумя. А что если еще одну? Ладно, по крайней мере мы выкинули все монетки, теперь будем ходить так. Что ж, поехали дальше. Монетка у меня, кстати, было... Ну-ка, сколько там? 4 монетки. Внутри, значит, ну, типа... Значит, можно больше. Посмотрим. Нужно больше золота. Вот эту всю территорию я бы хотел ее заново сейчас обойти. Если ничего интересного не будет, то я сюда... Хотя вон к тем ребятам можно теоретически. Я, по-моему, у них наверху не был. Ну, я имею в виду справа, который посередине. Ладно. Вернемся, когда будет что-то интересное. Вот что интересно. Я сейчас нахожусь в нижнем лесу. И у нас тут есть... Вот такая штука. Видите, там наверху вон тот сундучок белым отблескивает. Мне интересно, как туда попасть. Но я не уверен вообще, как это, что это. Давайте я ванночку выпью. Я только что с пауками просто дрался. Кстати, те пауки, которые меня тогда так ваншотили, я их просто магией пытался как-то отпинать еще что-то, то сейчас... они просто слились. Ладно, если я найду вариант, как туда попасть, я вам скажу. Кстати, давайте, наверное, активируем вот эту вот штуку.
И где это? Что, простите? То есть она получается полностью оторвана как-то от основной системы. А туда я не дотягиваюсь. Значит, должно быть еще что-то, чего я не умею. Могила героя туда. Мы обязательно туда еще попадем. Давайте глянем. Что может быть тут? Очень интересно получилось. Тут, оказывается, все это время был к ним подъем. Я просто, когда я стянул одного из них, он начал забираться обратно наверх, и я понял, как теперь с ним быть. Так. Так, по-хорошему-то нам тогда и не нужен, дружище. Мы можем пройти и так. Да, все. То есть в это место мы могли попасть и раньше, просто внимательности не хватило. Две огненные бомбы. Окей, там внизу сундук, если что. Видите? А как туда попасть? Ну, у меня должен быть какой-то способ. Или спрыга, или что-то такого. Ну, вообще, я даже не знаю. Так. Еще вот это место, кстати, выглядит немножко подозрительно. Знаете, что? Давайте я вот так вот сделаю сейчас. Нет! Зачем ты так... Нет. Две я могу потратить, потому что они восстановятся. Ну, ладно. Возвращаемся в хваталку. Хорошо, поехали дальше. Вот, ребят, я нашел. Это мы сейчас находимся снизу. Там сверху мы открывали ящик. Вот тут возле дерева проход есть. Вот сюда. Взрыв мозга. Я не знаю даже, что я подобрал, но я что-то подобрал. Окей, эти сундучки мы тоже разрулили. Теперь можно наверх. Можно вниз. Вниз к герою. Это мы обязательно пойдем. Потому что это одна из могил, которую нам нужно посетить. Не знаю, куда мы сейчас попадем. Ну, как бы я знаю, куда мы попадем, но... Да, это у нас будет одно из мест. Мне кажется, у нас должен быть или какой-то прыжок, или что-то такое. Таким образом, нам нужно будет обойти все могилы героев и собрать все бонусы отсюда. Потому что пока что, ну, пожалуй, тут делать нечего, что ли. И также на этой локации я вроде тоже сундуки собрал. Пойдемте тогда другие места пощупаем еще. Кстати, мысли о том, что у меня должен быть какой-то прыжок или что-то подобное... Из-за вот этого сундучка тоже. Ну, иначе туда прям никак не добраться. Там ни зацепов, ничего нет. Видимо... Знаете, возможно, все-таки хорошая идея сначала убить этого босса, потом все-таки куда-то шариться. Но давайте пока что так. Вот еще телепорт прямо у нас в начале здесь. Давайте посмотрим, куда он ведет. Он тоже у нас полностью оторван от реальности, так же, как и телепорт в лесу, но... Здесь есть бумажка, погодите, а там тоже была бумажка? Я не заметил. Карты, содержание, история управления данными, начало пути, экраны игры, управление. Это у нас еще кусочек инструкции. Содержание, страничка третья. Первой, второй странички на не хватает. Хотя, вон с третьей идет история. Третья, шестая, у нас нет четвертой, пятой также. Западный сад. Собор. На 41-й странице у нас что-то не открыто. Скрытые тайны. И 52-й для заметок. 23-е, 20-е. Видите, у меня не расшифрованы. 20-е, 23-е и 41-е.
О. Это интересно. Хорошо, я вас понял, поехали дальше. Пока мысль просто не потерял, что-то мне это напоминает немножечко фильм «Пила». Просто мы здесь начинали, и мы, наверное, могли с самого начала вот это все узнать. Но не знали, как это делается. Помните, как ключик плавал в ванной, но как только чувак очнулся, то ключик утонул. То же самое произошло примерно здесь. Так. А ты утонешь? Нет, тебя даже не заглючит. Ладно, поехали искать дальше. Кстати, смотри, что я упустил там. В нижнем лесу можно было вот это вот сделать. Эти. Во-первых, деньги, а во-вторых, как дальше? А вот дальше я не знаю как. Там есть еще один сундук. То есть я... Да, я сюда вернулся, мне стало интересно. Тут, кстати, тоже какой-то алтарь. Может быть, стоит... Или же знаете что? Так, если мы представим, что оно идет отсюда. Блин. Стойте, где оно там было? Хм. Так, так. Да, это мы знаем. Это вроде как было. Вот, кстати, насчет монеток. 4 монетки. 5. На 5 монетках что-то, возможно, еще случится. Посмотрим. Так, это про открытие серваков. Мы сегодня еще в пару местечек точно зайдем. Мне просто кое-что интересно. Сейчас, секунду. Вот. Минуточку. Вниз. Вниз. Вниз, право, вверх, лево. Вверх, право. Вниз, право, вверх, лево, вверх, право. Вниз, право, вверх, лево, вниз. Погодите. Вниз, право, вверх, лево, вверх, право. Нет. А если наоборот? Вниз, влево, вверх, вправо, вверх. Но это явно кусок вот этих вот золотых ворот. Они тут что-то стояли, молились. С этим что-то можно сделать. Ладно, вернемся потом. Кстати, под колодцем. Я сейчас полез, и тут выключенный сервак, с которым я даже делал превьюшку. Давайте мы его активируем. Луч ведет обратно под колодец, если что. Если включить этот... Видите, внизу остальные лучи включены вроде как. Давайте вернемся, посмотрим, что будет. Потому что... Да, этот луч у нас был целиком выключен, да и там внизу... Посмотрим, что это все значит. Сейчас я загляну к этим ребятам еще. Я не помню, что здесь, поэтому я заглянул. Ну и... А, тут наш шорткат к... Куда? Погодите. К темноте. В темноту мне тоже надо будет сходить. Мне кажется, там тоже был сервак. Блин, я сох... Ну я молодец, да? Да. Я сохранился, и это все... Нет, 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 до свидания. До свидания, наша встреча была ошибкой. Вот! Ах ты ж, я забыл про вас. Открылся проход. К чему? Куда?
Как минимум к сундуку. Вот, монетка. Возможно, кстати, даже последняя. Что это за место? Знаете чего? Погодите. Нет, это здесь не сработало. Хм. Ну хорошо, как минимум не зря сходили. Во-первых, во-вторых, нужно наведаться в подземелье. Там же вроде как тоже был сервак. Вернемся, когда буду на месте. Нет, в подземелье вроде как не оказалось сервака. Это немножко странно. Хотя, вот это вот, это что за место? Я не уверен, где оно находится и был ли я там. Хотя, может и был. Не знаю, и почему оно находится на той же страничке, где и подземелье. Хотя тут абсолютно другие мобы. Будем выяснять. Погодите. Наткнулся вот на еще одну могилу героя. Сейчас зайдем. Но я опять же подозреваю, что мы ничего не сможем сделать. Но я ее смогу посетить сейчас. Не более того, да? Это третья уже. Третья. Хорошо. Офигенно. Нам явно чего-то не хватает в этой жизни. Баночки нам не хватает. Я, кстати, качнул себе еще одно здоровье. Теперь у меня полных 4 брикетика. Нашел вот такую еще одну дверку. Давайте попробуем. Что у нас тут? Уже есть? Извините. Я нашел второй меч в игре? Что, блин? А это вообще нет. А зачем? И почему? Это очень странно. Давайте кинем последнюю монетку. Что-то произошло. Ну, то есть монетка улетела. Но я не знаю, что случилось и как случилось. Вон туда мне надо, вон сюда мне надо. Но мне нужны какие-то прыжки, опять же. Это мы где сейчас? Это мы не здесь. И не здесь. Что, извините? А, 49-й я раньше видел? Заметки. Я не помню, чтобы я это видел. 12. Это какой-то бинго золотой. Не знаю, ладно. Посмотрим дальше. Так, окей, мы нашли сервачок вот здесь. Но я не уверен, как его запустить. Нет, мне нужно быть именно рядом с ним, чтобы его запустить. И там, смотрите, еще одна телепортация есть. Для этого мне как-то надо попасть наверх. Но лестницы тут нет. И со стороны он тоже не запускается. Видите? То есть он должен как-то запуститься, и у меня откроется еще одна телепортация. Но, блин, сейчас этого нет. Окей, тут совесть очистили, пойдем дальше. Ну, пока что я, по крайней мере, не могу туда пробраться. В общем, пробраться до того сервака проще всего будет через мельницу. То есть, вот тут от мельницы есть шорткат. Ну, естественно, если тут он открыт уже, так, в принципе... Так, ладно. Шорткат, конечно, все хорошо, но мне нужно... Мне нужно, наверное, сейчас на костерок и попробовать попасть во владение жаб. И также можно посмотреть, будет 4 сервака, которые... Там, где были головы. Погодите, а это наверх, вниз, где? Я не помню, где перемещалка. Дальше. А, нет, погодите, она где-то по центру. Ох, блин, у меня в голове уже каша такая. Где это все находится?
Тут вроде, да? Да, тут. Там, где пацанов спамить надо. Хорошо, в принципе, недалеко. Оно мне вполне подходит. Сейчас я еще вспомню, где находится. По-моему, внизу, да? Мне кажется, вот тут внизу находится голубятня. Ну, локация с голубями, если что. Да, она здесь. Хорошо, давайте походим по здешним сервакам. Хотя они вроде рабочие. Смотрите, этот луч горит. Или это как-то по-другому должно быть? Нет, ну серваки... Нет, серваки здесь не вытащены. Погодите. Значит, мне нужно их активировать. Несмотря на то, что лучи горят. Чувак, успокойся. Вот сюда это... А, видите, вот этот луч не горит. Ну, сейчас, когда прокачал, то, ну, конечно, да, ну, конечно, совсем по-другому. Так, теперь вспоминаем, есть ли у нас разница в порядке их зажжения? Где-то у нас это было, но я не уверен, это было про порядок... Один, два, три, четыре. Давайте их тогда в таком порядке зажигать. Хорошо. Это у нас подожгло луч. Не знаю, как это и что это потом будет. А, я же мог... я отсюда мог забраться. Че я туда полез-то? Красавец. Ничего не... А, знаете что? Стойте, 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 стойте. Костер, костер, костер. Вот. Я могу еще раз качнуться. 400, 350. По два раза могу. Ну, 404. 404 монеты. Намек на то, что деньги сейчас будут отсутствовать. Не найдены. Но мне по-любому нужна и магия, и выносливость, поэтому возьму и то, и другое. Буду просто по очереди их брать. Это я могу сюда просто потом приехать с того луча, если мне понадобится. Но мне сейчас вниз. Так, ладно. О, блин, эти птицы. Вот этот луч нерабочий, видите? Крабы, отгребитесь. Поднимись, пожалуйста. Спасибо. Вот, тут написано, что это второй. Давайте его вторым и активируем. К жабам я все-таки схожу потом, пожалуй. Сначала... Как же вон тут сундучок внизу-то взять? Кстати, смотрите. Тут есть такой же утонувший робот, видите? А, я в воде не могу медитировать. Круто. Хорошо. Да, мне бы не сюда, на самом деле. Ну, ладно. О, лобстер. Как его так легко в прошлый раз убил? Успокойся, блин, я не то делаю. Вот, вот эта вот утечка на луче, она отнимает у меня жизни. Дот... Ах ты ж! Спасибо. Спасибо.
Видите, теперь у меня не полных 4 брикетика. Там еще один лобстер. Так, тут сейчас будут эти голуби. Знаете что, идите нафиг. Даже когда я прокачался, вы все равно делаете мне проблемы. Идите отсюда к черту. Спасибо. Молодцы. Все, сдохни, тварь. Самое, одно из самых бесячих мест в игре, в принципе. А, какой кошмар. У меня не осталось бутылок. Просто на этих, после этих мест у меня не осталось бутылок. Дайте я третий сервак сейчас подожгу. Потом схожу до четвертого. Ну, до четвертого там вроде как именно... Что с тобой не так, куропатка? Это же был третий. Это третий был обозначен. Хорошо. Фух, магию себе полностью зарестарил. О, смотрите, что там течь начало. Смотрите, что там течь начало из этой штуки. Потому что я ее включил. Ну, давайте пойдем четвертый врубим. Ну, то есть нам в любом случае надо это сделать. А что, что случится? Я так подозреваю, что откроется какая-то фигня, которая мне позволит продвигаться на другую локацию. Ну, то есть должно что-то открыться такое. Чувак, свали. Я не я, хата не моя. Так, и четвертый. Оп. Ну да, просто наверху здесь. Жизни вообще не осталось, дичь. Просто перестреляю их, ну его нафиг. Мне нет жизни с ними сейчас бодаться. А я отсюда сейчас... Как мне отсюда сейчас безопасно выйти без краба? Мискюзи. А вот ту штуку как мне взять? Ну, тихо. Так, ладно. Нет! Уйди от меня! Просто исчезни из моей жизни! Все, застрянь там. Иди к черту. Я ж как-то туда попадал, уйди! Я туда как-то попадал, а как? Он же тварь настырная. Вот так, что ли? Я там не могу пройти. А, могу пройти. Могу, могу. Я просто... А что я тогда... Там лестница с другой стороны есть. Ну, твою за ногу. Вот это приныкали. Вот это красиво. Туда можно было пройти без потери хпшки. Ну, ладно. Оп. Блин, там еще одна эта тварина, голубь этот, все закрыл. Рачки-кабачки. Мне надо пойти заресториться, потому что иначе, ну, я смысла не вижу. Так, стоп, а как мне обратно? А, вон туда обратно, все.
Чего мне денег не так много? Посмотреть бы, что я натворил. Пойдемте попробуем глянуть. Может быть, что-то или активировать, или еще что-то. Офигел уворачиваться. Он идет, идет, идет. За мной выехали, смотрите. Так, и что мы тут делаем? Да! Я не дожал просто, да? Меня рычки спутали. Меня портнуло. Да, это новая локация. Может, тут еще и колодец будет? Или еще лучше телепортик, чтобы тут был. Что, извините? Тут книжечки. Можно уронить. Тогда, ребят, предлагаю на этом серию закончить. Продолжим уже в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра, всем молодышек. Всем покеда.